целях повышения эффективности профилактики преступлений в жилом секторе личной и имущественной безопасности граждан с 9 по 19 сентября в республике пройдет акция «Безопасный дом, подъезд, квартира». В период ее проведения участково-уполномоченные полиции будут посещать городских и сельских жителей и разъяснять им, как обеспечить сохранность своего имущества. Как отметил начальник отдела вневедомственной охраны Новочебоксарской Евгений Тихонов, одной из действенных мер профилактики имущественных преступлений остается оборудование квартир, частных домов и гаражей средствами тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны. Есть, конечно, какие-то иные мероприятия. Можно попросить соседей присмотреть за имуществом, поставить решетки, железные двери, завести большую собаку. Но здесь везде есть какой-либо фактор, все-таки не исключающий проникновение посторонних лиц в квартиру. Сигнализация – это технические средства охраны, установленные. Они практически не дают сбоев и практически обеспечивают 100% надежность охраны квартир. Вот в частности, я могу добавить, я здесь в должности с 2007 года, и за этот период нами не допущено ни одной кражи сохраняемой квартиры. В период проведения акции сотрудники полиции будут в вечернее время проводить квартирные обходы. В ходе проводимых рейдов полицейские проинформируют жителей о том, как защитить свое жилье и сделать его недоступным для злоумышленников. Граждане получат рекомендации по оборудованию квартир охранной сигнализации. Им будут оставлены памятки о возможностях вневедомственной охраны, стоимости охранных услуг. В первую очередь будут отрабатываться дома в районах, наиболее подверженных квартирным кражам, грабежам и разбоям. На данный момент, вот за прошедшие 4 дня операции, пока результат, к сожалению, не очень хороший, получено всего нами 2 заявления на установку сигнализации. К сожалению, граждане города относятся, скажем так, с некоторым непониманием к предлагаемым услугам. Стоимость, абонентская стоимость сигнализации составляет 265 рублей в месяц. Я не считаю эту сумму очень высокой. Существенно, конечно, дороже установка самой сигнализации. Здесь я цену озвучивать не могу, поскольку вневедомственная охрана непосредственно монтажом не занимается. Собственник имеет возможность и имеет право обратиться к любой монтажной организации, имеющей соответствующую лицензию, и с ними уже решить финансовый вопрос. Сегодня на территории Новочебоксарска под неведомственной охраной находится порядка 400 объектов различных форм собственности, таких как магазины, банки, объекты государственной власти, социальной сферы, более 1000 квартир и других мест хранения имущества граждан. В настоящее время отдел внедряет новые формы охраны. Так, в качестве кнопки вызова полиции можно применить сотовый телефон.